шум работающей техники во дворе домов 1Б и 1В по улице Мира в поселке Ферма в скором времени сменится детским смехом. В рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» здесь будет построена новая детская площадка. Никого не оставило равнодушным устроенное по инициативе депутатов городского совета Алексея Вохминцева и Павла Соломатина встреча жителей поселка с Михаилом Токаревым. Михаил, план такой. Мы показали, значит, вот то, что будем мы делать, проспект нашей детской площадки по губернаторской программе. Все, жители, мы говорили, где делать входы, жители предлагают с одного и с другого, с одной и со второго дома. Вопрос очень главный, такой важный. Из подъезда выходят люди, видите, у нас нет расстояния вообще, ни тротуара, ничего. И сразу под колеса мальчики сделали, девочки, ничего мало. Может быть, как-нибудь нам решить этот вопрос, какой-нибудь блок поставить? Вопросов к главе Сергиево-Посадского района было немало. Но главным, конечно, стало обсуждение предстоящего строительства новой детской площадки. Мы здесь по губернаторской программе устанавливаем детскую площадку 450 квадратных метров с резиновым бесшовным покрытием. Будет достаточно хорошая, красивая, многофункциональная. Здесь будет в виде кораблика сделано, который также выбирали наши депутаты совместно с жителями. У нас самый большой вопрос касался это подхода к детским площадкам. И мы хотели решить совместно с жителями. И на сегодняшней встрече мы добились того результата, той цели, которую мы хотели сегодня получить. Мы теперь точно понимаем, где мы сделаем эти подходы, для того, чтобы было удобно жителям и дома 1Б, и дома 1В подходить. Всех жителей устроило, поэтому мы сейчас полным ходом делаем основание под площадку. Завершение основания у нас 1 июня. После этого мы отчитываемся в область, что с нашей стороны наши выполнены обязательства, которые мы взяли на себя сделать основание. И ждем, когда область нам даст уже подрядчика, который начнет устанавливать. Когда будут устанавливать, мы также будем контролировать, смотреть этот процесс работы, ход работы. Вот. Ну, я думаю, что министерство тоже заинтересовано в кратчайшие сроки, чтобы мы эту площадку сделали. И чтобы этим летом дети уже спокойно радовались и играли на этой площадке. Строительство новой современной детской площадки в первую очередь, конечно, волнует детей и их родителей. Очень мало хороших площадок, тем более рядом с нашим домом. С той стороны есть детская площадка, но она вся развалившаяся и очень представляет угрозу для малыша по большому счету. Поэтому это, конечно, жизненно необходимая ситуация, чтобы было где погулять с малышом, и где он мог бы безопасно поиграть, и где можно было бы с ним проводить время. Много малышей живет в этих домах? Да, достаточно много. А мест, которые можно было бы полноценно отдохнуть, с ними не так много. У нас городки. Вот пришли сегодня на собрание, прочитали объявление, да, что о вопросах благоустройства. Вот увидели как раз, что тут идет ремонт, строительство новой площадки. Очень этому рады факту, потому что старая площадка была, не отвечала современным требованиям. Вот. И то, что Алексей Владимирович показал, конечно, замечательная площадка. Детей у нас сейчас много тоже. Тут получается несколько домов, и соседние, и наши два. Поэтому вопрос очень актуальный. Нас очень радует, что, в принципе, по городу обновляются площадки, думают о детях. Вот. И мы тоже очень ценим и рады, что это дошло и до нас. Ты знаешь, что здесь строится? Знаю. Площадка называется «Корабль». Ты хочешь на такой площадке играть с друзьями? Да. Почему? Потому что мне эта площадка нравится. Елена Георгиева, Сергей Власов, День города.